Три минуты о загородной жизни. Три минуты о загородной жизни. Здравствуйте. Мы сегодня со Славой Громовым будем пилить, лазить по лестницам, ну и так далее. Я уже готов. И сейчас он где-то с минутки на минутку на подходе. Заниматься мы будем сегодня очень непростым делом. Я бы сказал, даже очень тяжелым, потому что нужно сделать из этого дерева, из огромного дерева, нужно сделать очень небольшое, компактное. Вот сейчас мое дерево выглядит примерно так, с вертикальными ветками вверх. И это не очень хорошо, потому что дерево запущенное, мы его будем спасать. А как известно, урожай всегда самый лучший урожай на горизонтальных ветках. Поэтому мы максимально будем придавать ему другую форму. И будет она примерно вот такая. Мы уберем полностью основной проводник, вон и Славка, наверное, подъехал. Основной проводник, центральный ствол, и будем добиваться вот примерно вот такого. Вот такого. Слава, заходи! Вот такого вида мы будем добиваться от этого дерева. Не понял. Семендяева. Семендяева, моя любимая, Господи. Вот все-таки, знаешь, что я хочу сказать? Да. Как только цветочки дома, пересадочки, так Слава Громов, как только пилить, помогать по-взрослому, Семендяева. Ну ладно. Знаете, что я готова помогать? Снизу подрезаем кору, чтобы, когда ветка будет падать, она эту кору не потащила за собой и не порвала ствол. Сергей, подождите, подождите. Мне кажется, ветеран, вы самую большую ветку и живую начали пилить. Зачем? Оно мне нужно метра на 3 максимум, чтобы я мог достать урожай, по крайней мере. И вот эта вертикальная ветка, я говорю, на ней практически плодов бывает мало. Вот оно, правило номер один. Так вот отпиливать ствол нельзя у яблони, которая планирует плодоносить этим летом. Ну, потому правильно? Что ты лишишься урожая, это сразу говорю, да? Поэтому пока вот в этом году она будет отдыхать, мы ее немножко и подмолодим. Мне кажется, что как будто бы на дереве остались зияющие раны. Вот эти вот спилы, тем более они красивые. И с ними что потом делать нужно? Настя, ты правильно все заметила. Исправлять мы это будем. Я беру прививочный нож и обязательно делаю вот такую зачистку края, чтобы она была гладкая и ровная. Потому что мы ее еще с тобой сейчас будем обрабатывать садовым варом. Сергей, ну вот я смотрю, профессионализм ваш растет, ну, буквально с каждым днем. Я вот не сомневаюсь, что мы сейчас с вами делаем лучшую яблоню в России, так ведь? Да ладно, прекращай лучшую. Лучшую на нашем участке, я бы сказал, да? Утро на Енисея и 3 минуты о загородной жизни. Надежда Семендяева. Лучшая музыка программы с Сергеем Богатским. 3 минуты о загородной жизни.